Здорово, народ. Пришла нам такая небольшая посылочка местного разлива. Это принтер. Вот. Видите, как написано? Интересно. Но я заказывал только принтер. Почему там пришла еще куча всяких прибамбасов, понятия не имею. И как они там, что выглядят, тоже понятия не имею. Но вот сейчас посмотрим. Мне нужно было вот только вот это вот. Все. Тут прислали еще кучу какой-то байды. Какие тут, ну, в общем, для разукрашивания непонятно чего. Вот. Всякое. Ну, вот конвертики мне надо, все, больше ничего. Так, сейчас попробуем, посмотрим. Вот это что за... Ну, в общем, жесть. Деньги на ветер, короче, лишние зачем-то. Так. Это для инструкции для раскраски вот этих всяких манипаламов. Это не игрушка, продукт не предназначен для использования детьми. Хранить недоступно для детей вместе. Изделие в комплекте может иметь острые края. Короче, ясно. Это инструкция для безопасности какая-то, да? Ага. Внимание, внимание, внимание. А тут что написано? Так. После использования рекомендуется стереть чернила влажной тканью и хранить штамп в соответствующем слоте на листе. Прозрачные штампы можно использовать многократно без ограничений. Короче, какой-то штамп. Раз, как-то это. Ну, в общем, ладно, это разберемся. Это мне... Это вообще второстепенно. Но мы сначала принтер организуем. А потом вот это вот все, весь манипалам посмотрим. Так, тут это платежка, да, это платежка, это нам не надо. Так, конвертики, тут все просто. Фотки в конвертике потом. Так, это вот эти вот какие-то, вот эти вот печати какие-то, потом посмотрим. Вот это вообще не могу понять, что за байда. Обалдеть. Ладно, меня интересует вот это вот. Вот это вот. Так, открываем. Открываем. Достаем. О. Какая-то штуковина тут есть еще. Так. Вот сам принтер. Так, вот это все мы пока уберем. Вот он такой. Малюсенький. Так, вот тут еще куча чего-то. Вот. Ну, зарядка понятна. Вот это не знаю, что такое. Попробуем перевести. Ну, вроде как этот. Фотобумага. Вот. Вот это вот фотобумага вся, да? Да. Вот, а вот это еще... А, это тоже еще. Еще две дополнительных фотобумаги. Сейчас проверим. Ну, получается, да? Да, вот два. А вот три. Вот по 10 листов. 5 на 7 и 6, 5 на 7 и 6. А это что-то какая-то другая, что ли? Да нет, все то же самое. Ну да, 5,7. Все, вот. Это как это делать. Зарядка загорается зеленым. Потом бумагу вставляем. Ну, открываем сейчас. Что тут? Что бояться, да? Главное бояться, руки делай. Так, он был зеленым. Он у меня уже это... Он, я так понимаю, заряжен. Бумага вставляется вот сюда. Не, отсюда выезжает. А вот это вот... Ага, вот раз, открыли, и сюда бумага вставляется, все, закрывается, обалдеть, ага. Как все просто, ну, попробуем, вот, отрываем, чуть не отрывается, вот, он без чернил, тут специальные кристаллы на этой бумаге. Я вот не помню, если это сублимационно или нет.
По-моему, нет. Не помню, как называется, но думаю, что не сублимационная. Но врать не буду. Что такое? Надо ножницы было взять. Сейчас еще буду мучаться тут открывать эту 10 минут. Потом будете кричать, да? Ага, вот так. Во, все, распечатал. Так. Вот. Вот это вот. Каким образом? Как она это? Тут не поймешь. Можно ведь так положить, а можно и наоборот. Где в инструкции? Тут же где-то инструкция есть. Вот она, да? Вот она, инструкция дорисована. Ага, вот так вот. Нет, не так, вот так. Вот это должно быть... Ага, вот так вот, все, все, понял. Вот так вот она ложится, вот. Вот так вот, раз. Вот эта штучка должна быть вот здесь. Вот как она, вот так вот. Я как смотрю, значит, она вот так вот ложится, раз. Это первая бумага, картридж. Он выезжает с ней, но она там считывает, что ей надо. Во. Так. И вот так, все. Разобрались. Вот, видите. Мы серьезные люди, да? Принцип у нас этот. Хорошие люди должны играться хорошими игрушками. И работать хорошим инструментом. Так, это есть. Ребята, теперь попробуем подключить его к телефону. Где-то здесь есть... сейчас мы откроем этот аппликацию или приложение, как правильно, да, у нас аппликация, у вас приложение. Вот он, мини-принт. Открываем. Canon. Бла-бла-бла. Так. Подключить, надо где-то же найти этот, как его, принтер подключить. Так, настройки. Так, интернет-альбомы только через Wi-Fi. Так, язык принтере, вот, принтер нашел. Включим сейчас, ладно, он не нашелся, потому что его нету. Так, вот, моргает. Не понял. Ага, во. Что-то тут это заработало. Не, это я не хочу. Принтеры. Надо же как-то его настроить. Его нигде нету. Сейчас попробуем, сейчас еще поищем. А, вот что-то там выехало. Это первый этот картридж, да? Угу. А, вот, добавить принтер. Все, нашел. Выберите аксессуар. Но я его еще и выбрать не могу. Так, вот, нашел. Мини-принтер. Оп. Все, это выключили, это вытаскиваем. Все, оно, все. Все, получилось, подключились. Так. Проверим настройки. Во, Canon есть. Вот, Canon, это сведения о принтере. Автоматические выключения питания 3 минуты, 5 минут, 10. Сведения о принтере. Так. А, можно написать, какой он, да? Ну, это нам не надо. Ну, все. Вот, в принципе, и все. А теперь тут фотоальбом, коллаж, компоновка, вырезка, наклейка, маркировка. Коллаж, это что такое? Ага, это можно несколько фото сделать. Вот, 3, 4, понятно, на одном этом, да? Так, компоновка, компоновка. Это вот можно бумс. И вот тут будет фотография, понятно. Это можно вот сделать фотографии, понятно. Так, компоновка нам не нужна. Я хотел посмотреть редактирование, если есть. Так, это маркировка. Ага, это раз. И вот тут будет, да? Так, не хочу. Я хотел где-то найти. Сейчас попробовать просто фотку сделать. Вот. Сделайте фотку, съемка. Съемка на наклейку. Ага, вот. Ну ладно, давай съемку попробуем. Так, это нужно делать съемку. Я хотел выбрать фотку, которая есть. Фотоальбом. Ага, вот, выбираем фотоальбом. Выбираем фотографию. Стоп, я хотел посмотреть, что такое мульти. А, это выбираешь несколько, да? Да, это нам не надо. Так, а вот этот... А, еще и по дате можно выбрать, когда сфотографировано. Обалдеть.
Так, снимите фото. Нет, не хочу я, подождите. Так, фотоальбом, вот. Берем раз. И здесь регулировка, яркость, контрастность, насыщенность, цветовой баланс. Все, больше ничего нету, да? Так, хорошо, что еще можно? Это послать на принтер. Рамки. Это можно его в рамку засунуть. Там какую захочешь, да? Понятно, без рамки. Так, вот это что такое? Это в стакане с водой, это в какой-то другой рамке. Так, не надо. Рамки. Текст, фильтры, повернуть, нарисовать. Фильтр. А, тут уже можно зашитые фильтра уже есть, можно выбрать зашитый фильтр. Понял. Всякая, ну, всякая байда такая. Вот. Уже готовое, понятно. Так, а вот еще хотел посмотреть. Повернуть. Ага, вверх ногами 90 градусов, понятно. Фильтры, а, вот, так, стоп, это нам не нужно, нужно же подтвердить. Так, а наклейки? Нажимаешь пользовательский, ага, тут это что такое? Какая-то наклейка, раз, и ее, ага, ее можно тут этот поставить, наклейку какую-то ему зачем-то, не знаю зачем. А, можно их тут-то-сюда делать, их три. А, и поворачивать можно. Так, а это что такое? Это... Ага, это убирать, что ли? А, нет. Все, в общем, убираем наклейки. Их тут целая куча. А, так ее можно и совать вон туда-сюда. Это раз, перевернуть зеркально, да? А поворачивать можно, нет? А, да, все, руками поворачивается. Он как хочешь, лепи. Ну, в общем, детский лепит. Ладно. Тут наклейки, вон, голубочки, сердечки, буковки и так далее, да? Кучева Туева, Тучева Куя. Ну, вот такой вот принтер. Посмотрим, что из этого получится. Вот. Может, что-то и это и получится. Такой маленький, миниатюрный принтерочек. Я хотел сейчас, если у меня тут есть какой-нибудь... Ага. Сейчас. Стоп, стоп, стоп. Где-то я тут был с Бонифацием. Ну, для интереса просто попробовать, что из этого получится. Сделаем наклейку и на холодильник она приклеим, приклеим. Для интереса. Сейчас попробуем. Сейчас где-то она же была. Я ее не удалял. А ну, а ну, а ну. А, не, нет, нет уже. Да, удалил что ли? Так, нет. Стоп, тут это уже далеко мы, да? Да, это она должна быть. А, нет, вот здесь все правильно. Это здесь, да, здесь она, значит, должна быть. Сейчас найду. Есть у меня фотка, где мы... А, вот, нашел все. Сейчас мы попробуем сделать так. Фильтр выберем. Для интереса. Ай, прикольно. Так, ребятки, сейчас. Так, ну там вот этот один из самых первых не понравился. Сейчас, где-то он, вот здесь он был. Вот этот, по-моему, да, вот этот. Там солнце сзади. Нет, я уже далеко. Где-то вот тут он был какой-то. Да попробуем вот этот, господи, ладно, блин. Для интереса. Но я хотел сделать наклейку. Так. Так, а ну я попробую наклейку. Я хочу наклейку сделать. А, нет, это не та наклейка. Она же такая, как я понял, это бумага, которая это... Я не хочу наклейку. Я, это не та наклейка, я имел в виду вот это вот, да? Вот, давай сделаем Бонифация наклейку. О, давай, ладно, подожди, какой тут нет похожего, нету.
Ну вот это давай. Ладно, чтобы был Бонифаций, у нас тут вот как. Вот тут вот залепим, вот. Пусть будет, это был Бонифаций. А, стоп, можно ж надпись сделать. Так, а ну хорошо, подтвердим. А теперь я сейчас еще название напишу. Так, вот. Вот такой раз. Так, сейчас. Не, какое-то название какое-то. А, можно попробовать как-то по-другому тут его раз. Назвать таким, вот этим как-то. Чтоб таким что-то такое посерьезнее. Не, столько. А, во-во-во-во-во. Так, а как теперь размер его изменить? Так. Ну хорошо, написал. Подтвердим. Не подтвердилось. А, вот, все, вот размер. Ага, вот мы его сюда засунем. А размер больше. А, во, все делается, во. Во! Так, получилось. Может, цвета другого сделать? Желтого хотелось бы. А, вот, желтый сделай. Вот, все, так. Есть. Что тут еще? Рамки, регулировки, повернуть, нарисовать, фильтры. Все, да, ну, нажимаем на принтер. Вот это, я так понимаю, принтер. Так. О, все, пошел, показывает, вот, 30-40%. Сейчас что-то будет. Так, отправляется на принтер, 96%. А, смотрел, сколько же он работает, я не помню. Что-то полтора часа, по-моему. А, нет, там по фотографии, количество фотографий, ну не помню. Ну все, отправил. Что-то там прожужжало. А, во, вылазит. Класс. Прикольно. И тут вылазит, и там вылазит. Вот, сейчас посмотрим. Не, ну прикольно. Я еще так понял, вот эта бумага, она должна это, как его. А, нет, это вот, которая лепится. Вот, вот она. Вот. Это простая, а это, которая вот, можно делать налепки с нее. Вот, все. Ну все, готово, да? Вытаскиваем. Вот. Вот получилось, да. Так, нажимаем домой. Да. Все. Ну вот, ребята, вот, получилось. И теперь вот такая вот у нас фоточка получилась. Вот мы были в Хорватии, город Бале, в прошлом году. Надо было год поставить еще, блин. Ну ладно, это так, просто первый такой опыт, опыт. А вот это получается вот. Вот, это да, вот тут обозначено, это тот, который можно с нее делать эти налепки. Это просто, ну как, прилип, короче, прилепишь, лепишь, 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 ну она не магнитная, а такая, с нее вот получается кружочек, кружочек, кружочек вытаскиваешь, и получается вот такая вот налепочка. Вот, все, теперь понял, может где-то тут будет написано еще на каком-то... Да, наклейка, не налепка, круглые наклейки, все, я протормозил, вот, вот они так называются, вот, потому что это называется просто бумага, а это вот стикер, какой стикерс, я не знаю, я в английском не шарю. Ну все, разобрались, так, с этим разобрались, фотка нам вылезла, теперь это надо куда-то, наверное, приклеить себе сзади, да, но можно это приклеить или нет? Потому что вот этот вот, вот это вот как-то научиться, чтобы понимать, как он должен быть. Вот так он должен быть. Это раз. Вот в эту сторону он выехал, а да, вот так он раз. Ну, не знаю. Может сзади где-то приклеить. Так, тут зарядка, вот она показывает, как зарядка. А вот этим левым, короче, надпись, левый угол сюда вот так вот ложится. Ну, вот сюда, ну, вот туда. Так, теперь... Чё вот это за байда? Понятия не имею.
Вот. Ну, конвертик, понятно. В конвертик ты положишь фотографию. Ну, посмотрим, что вот это вот за это. Как-то они тут непонятно открываются. Вот. А, это эти, блин. Вот я тормоз. Это, короче, упаковочные эти ленточки. Правильно я понимаю? Да, вот она отрывается. И как можно оформить эту? Ну, в общем, я поломал домик. Это получается подарочные вот эти, как ленты или как их там, ну как можно оформить фотографию, залепить. Я не знаю, конверт залепить подарочные, наверное, эти, да. Сейчас я найду этот. Ну, короче, скотч это. Вот он. Вот нашел. Вот она. Ага, еще не так просто его оторвать. Да. И вот упаковка раз и залепил там, ну, короче, детский сад. Вот. Раз и приклеил тут. Я не знаю. Я просто не знаю, что с ней делать. Главное, фотка мне получилась. Вот это мне нужно было. Так. А вот эти вот, это ж вот это вот, тут какие-то печати. Так, подожди, стой. Вот этот домик мы сейчас назад поставим, потому что, ну, в общем, домик поломал я. Все. Вот такая байда. Ладно. Так, есть. Самое главное, вот это было. Вот это сейчас посмотрим. Тут тоже будет байда из этой же оперы. Никому не нужная. Ясно. Так, все, это мусор. Это можно выбросить, уже понятно как. Это пока оставлю. Так, домик этот выбросим. Это выбросим. Инструкции пока оставим. Так, вот это выбросим. Так, вот это что такое? Ага, и тут еще что-то. Господи, тут стекло какое-то. Тут куча каких-то вот этих вот непонятно чего, каких-то очков, велосипедов. Что с ними делать? Понятия не имею. Так, где оно тут открывается-то? Вот же открывается, да? Не, ну для интереса просто глянуть. Какие-то печати, какие-то штампы, как-то оно это все работает, потому что если вот так вот, а, это вот его вытаскиваешь, это как печать, и, наверное, на это приклеивается и лепишь потом, потому что она тут означена, где что лежит. Все, понял, так, с этим разобрался. Хорошо, ладно. Так, с этим разобрался, где что лежит, понятно, все, печать. Этим я не знаю, что этим, наверное, этим колесиком, стеклышком надавить, и чтобы видно было куда, правильно, стеклянная. Разобрался. Вот это что за байда? Пигмент. Пигмент. Пигмент на печати. Во. Понял. Понял. Пигмент на печати. Ну давайте посмотрим это, как оно работает. Не просто как работает, а... Не хочется мне заключить им, как его, за ножом идти. Не за ножом, за ножницами. Так. Вот. Так, стоп, ребят, я вот это сейчас мусор уберу, потому что его тут уже столько собралось. Так, есть. Теперь, чтобы понять смысл всей процедуры, да, тут золотистый пигмент. Тут черный пигмент. Берем очки.
Например, раз. Ну, я так понимаю, это делается так, наверное. Не знаю, сейчас попробуем. Так? Да, вот он. А потом берем вот так вот. Ложим. А вот этим придавливаем. Ну, а получается, через стекло мы видим, как мы придавливаем, да? Где? Раз. Получились очки, блин. Обалдеть! Ну тут, короче, пигмент такой, что надо это, чтобы вот эти же края не вымазывались. А теперь это надо все идти мыть. Охренеть, блин. Ладно, понял, все, есть. В общем, фотографии можно оформлять нехило. Так, тут еще какие-то инструкции приклеены к пигменту. Нафиг ее оторвем сразу. Вот. С пигментом разобрались. Все понятно. Вернее, в принципе, вообще все понятно. А куда я делаю эту? А, вот. Так, пойти еще пигмент помыть надо будет. Ясно. Ну вот, в принципе, теперь понятно все. Вот это байда, ну куда ее лепить? Может на конверт этот, как его лепить? Конвертом, я так понимаю, два размера. Почему такие большие, я так и не понял. Да, все руки в этой, черные, блин. Конверты вымазывать не буду, просто открою, показать, да? Вот, два размера, да. Это что же кон... Нет, это как... Это какая-то... Тут можно вон... Короче, вот это поздравительная байда, которую ты оформляешь вот этим всем. Потом эту фотографию сюда всовываешь и в конверт. Обалдеть! Вот это игрушка, блин. Но я купил это для других целей. Поэтому вот это все мне не надо. Но раз оно уже есть, то, конечно, оно будет. Вот. Вот эти все инструкции на 28 языков. Ну, его в баню. Тут это... Ну, это мусор лишний. Так, гарантия не нужна. Гарантия является чеком. Вот, все. Это все мусор. Ну вот такая игрушка, ребята. Мне нужно было... и вот это еще, вот этим все можно тут, я не знаю, что с ним делать. Ну, наверное, что-то можно. Обалдеть. Вот чтобы такое достать, вот такое надо кучу всего намутить. Ну ладно, я это оставлю, в коробочку положу. Никуда оно не денется, да, когда выбросим. Раз поломал целый домик. Это вот сюда поставим. Это сейчас пойду помою. Вот. Ну и пока пусть полежит. Вот самое главное, это вот с этим разобраться, чтобы где зарядка, и вот этот черненький должен быть сюда, и вот тогда с него всю информацию считывает. Ну, понятно. В общем, ладно. Разобрались, да, ребята, с вашей помощью. Вот такие вот мы получились. Бонифаций. Это я был штурман. Не, Бонифаций был штурман. Оксаночка была балластом. Ну, а я был капитаном корабля. Ребятки, всем спасибо за ваше время. Так как мы люди хорошие, мы должны не только хорошо работать, работать хорошими инструментами, мы должны еще хорошо играться и играться хорошими игрушками и поднимать людям настроение. Для этого специально и покупалось. Всем спасибо за ваше время, всего доброго и до скорых встреч.